Добрый день, с вами четвертое измерение. Представляю модель от бренда Tag Heuer из коллекции Carrera. Коллекция Tag Heuer Carrera, задуманная в 1963 году как настоящий гоночный хронограф, эффектная комбинация элегантного, подчеркнуто престижного дизайна и высоких рабочих характеристик. Tag Heuer Carrera, как никакие другие часы, отражает такие ценности бренда, как целеустремленность и любовь к автоспорту. Перед нами роскошная модель диаметром 43 мм из нержавеющей стали 316L, безель которой украшает 152 бриллианта, 1,09 карата. Через сапфировое стекло с двойным антибликовым покрытием открывается черный скелетонизированный циферблат с мануфактурным механизмом H01. Частота баланса 28 800 полуколебаний в час. 39 камней и автономный запас хода 50 часов. Красные акценты на метках и стрелках как дань коночному стилю, а белый люминофор будет ярко подсвечиваться в темноте. Прозрачная завинчивающаяся задняя крышка из сапфирового стекла и водонепроницаемость 10 бар обеспечивают хорошую защиту от воды, что позволит плавать и нырять в часах. Модель дополнена стальным браслетом с двумя видами безупречной обработки металла: полировка и сатинирование. Браслет оснащен удобной раскладывающейся застежкой с кнопками и системой блокировки от случайного расстегивания. Tag Heuer Carrera H01 – это хронограф с современным спортивным дизайном, проникнутый эстетикой автоспорта для деловых и активных людей. Спасибо за внимание!